В минувшие выходные состоялся второй открытый турнир города Новосибирска по вовинам в Йетводау, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали около 200 спортсменов со всей области. Бирск представляли бойцы, входящие в состав Новосибирской федерации ММА и спортивного клуба смешанных единоборств «Бирск». Из 24 бойцов, принявших участие в турнире, 19 бирских спортсменов заняли призовые места, забрав 9 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали.